Ленске открыли новый детский сад на 60 мест. Первыми в сад попали дети, которым на момент распределения мест в дошкольное учреждение летом этого года еще не исполнилось 3 лет. На торжественном открытии побывала и моя коллега Олеся Васева. На торжественное открытие пригласили тех, для кого это настоящий праздник. А праздник почти для всех. Очередь в детские сады по Ленскому району быстро сокращается. Это большая радость не только для родителей и детей. Руководство района радо вдвойне. Сегодня мы долго к этому шли, тоже скажем. Да, мы работали с акционерной компанией «Алроса». Значит, и вот на сегодняшний день это здание было передано нам в муниципальную собственность. Я, конечно, бы хотел поблагодарить и руководство акционерной компании «Алроса», значит, управление «Алмаздортранс», которые пошли нам навстречу, передали это здание, которое мы на сегодня реконструировали. Строить детский сад в офисном здании пришлось почти с основания. Строители меняли несущие конструкции, чердачные перекрытия, делали перепланировку, меняли систему отопления. Заменили окна, заменили двери, соответственно, привели в норму пожарной безопасности все, скажем так, действующие системы, которые обязаны быть. Вот. Ну и, соответственно, добавили еще пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, все, что требуется по нормам. Получился безопасный и очень красивый. Рассчитан на 60 детей. Это 2 полные группы. Путевки получили уже 40 малышей. Те, кто в мае еще не достиг возраста 3 лет. Оставшиеся 20 мест управления образования отдаст семьям в непростой жизненной ситуации. С детьми будет работать хороший коллектив педагогов. Его набирали с трудом. Педагогический состав. Хочется, чтобы стажисты работали. Вот. Ну, пришли молодые. Ну, думаем, что научатся, и все будет прекрасно. Молодость берет свое. Новый детский сад – структурное подразделение детского сада «Теремок». Но у него обязательно появится свое имя. Не новое, а хорошо забытое старое. Еще до отдела капитальных ремонтов управления «Алмаздортранс» в здании был корпус детского сада «Аленка». Скорее всего, новому садику оставят это историческое имя. Олеся Васева, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».